Школу Евгении Прохоровой я выбрала благодаря форумам, которые я изучала, проживая далеко от России. Проживаю я сама в Тайване. У нас лэш-индустрия уже набрала очень большой оборот. И мне просто стало интересно для себя, смогу я или не смогу. Приехав в школу Евгении, ну, первый день была теория, большой объем информации был нам предоставлен. Но на второй день мне тоже хотелось, как многие девочки говорят о том, что хочется убежать. Мне тоже хотелось убежать, и я не понимала, что я здесь делаю. Я просто не смогу это сделать. Но день за днем Евгения и ее помощницы, они открыли эту профессию с другой стороны. Я до этого, честно говоря, хотела заниматься только ногтями. Но сейчас понимаю, что спустя какое-то время, даже, сейчас я в ожидании, процесс вернуться мне домой необходимо какое-то время. Я в ожидании того, чтобы начать практиковаться, начать работать в этой индустрии. Мне все настолько стало интересно, я понимаю, что это просто мое. Эта школа, она дает такие возможности, от которых невозможно отказаться. Я всем рекомендую Евгению, тот подход, тот стимул, тот, скажем так, ту жизненную энергию, ту любовь к своему делу, которую она показывает своим ученикам, это стоит того. И я ни минуты не пожалела, что я провела время и приехала к Евгении в школу, потому что приехала я издалека, из Тайваня, еще раз повторю, но мне очень понравилось. Я всем рекомендую, и это того стоит, правда, ребята.